3 декабря отмечается памятная дата – День неизвестного солдата в память о российских советских войнах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В Амурске прошел митинг на обелиске памяти. Символом этого дня стал лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто». А в основе события – наш общий земной поклон людям, которые ценой собственной жизни сберегли Россию. День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов. Митинг, посвященный этому дню, прошел на обелиске памяти, в котором приняли участие неравнодушные амурчане, глава района Павел Боровлев и заместитель председателя собрания депутатов Владимир Парфенов. В память о воинах, погибших на фронтах войны и умерших в мирное время от ран и болезней. Минута молчания. Знак благодарности за наше мирное небо над головой все участники митинга возложили цветы к обелиску. Ирина Арабинская, Юрий Щетина, телеканал Амурск.